Здравствуйте, уважаемые ученые, гости и участники нашей конференции. Мы приветствуем вас на международной научно-рецензируемой онлайн-конференции «Инновационная экология и ее развитие в Узбекистане. Теоретические и практические аспекты», целью которой является создание уникальной платформы коллаборации между высшими учебными заведениями Республики Узбекистан, министерствами и ведомствами. Основной целью Центра научных услуг является внедрение международного опыта и применение лучших практик для ученых страны. Мы уже обучили более 3000 ученых бесплатно с целью улучшения качества отечественных научных исследований. Организация качественных научных конференций сегодня является важным вызовом, а искоренение конференций, где можно публиковаться заочно, следующим этапом развития и интернационализации. Хотелось бы отметить, что для участия на данной конференции через специально разработанную веб-платформу были отправлены тезисы, которые получили отказ за несоответствие тематике. Остальные не соответствовали тематическим разделам конференции. Было применено двойное слепое рецензирование, где рецензенты не знали и не видели имена и данные авторов тезисов. Таким образом, мы отобрали лучшие доклады, которые будут сегодня зачитаны. Хотелось бы поприветствовать гостей нашего мероприятия. И хочу предоставить слово доценту Университета мировой экономики и дипломатии Тураеве Сури Тельмановне. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники конференции «Инновационная экология и ее развитие в Узбекистане. Теоретические и практические аспекты». Сегодня все шире осознается, что экологические знания необходимы во всех сферах человеческой деятельности. Внимание к экологии возрастает с каждым днем. Нынешняя эпоха технологий, информации и потребления все чаще заставляет нас обращаться к теме сохранения экологического наследия. От качества окружающей среды зависит не только жизнь человека, но и вся жизнедеятельность на Земле. Мир столкнулся с такими проблемами, как глобальное изменение климата, которое негативно влияет на весь ход развития человечества. Вся мировая общественность обеспокоена этим явлением и прилагает все усилия для его смягчения. Доказательством тому является Парижское соглашение в 2015 году, в котором 196 стран объединились, чтобы направить мир на путь устойчивого развития для ограничения потепления на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Позже этот показатель был скорректирован и составил 1,5 градуса. Имеется в виду изменение, которое позволяет минимизировать углеродный след и помочь достижению цели Парижского соглашения – удержания температуры на планете в пределах 1,5 градуса. Конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 году стала этапом развития менее заметного, но чрезвычайно важного глобального процесса – экологизации массового сознания. Согласно принципу 1 из Декларации Рио по окружающей среде и развитию, забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Республика Узбекистан, расположенная в аридной климатической зоне Центральной Азии, также связана с экологическими проблемами глобального изменения климата, трансграничное загрязнение атмосферного воздуха, опустынивание, деградация земель, потери биологического разнообразия, недостатком ухудшения качества водных ресурсов и другое. Все это становится причиной ряда социально-экономических и экологических проблем. И еще экологическая ситуация усугубляется Аральским кризисом. Вследствие этого экологическая катастрофа пагубно отразилась на условиях жизнедеятельности населения этого региона. В регионе Приоралья возник сложный комплекс экологических, социально-экономических и демографических проблем, имеющих по уровню последствия глобальный характер.
Ну и необходимо повысить эффективность предпринимаемых условий по решению актуальных задач во всех сферах деятельности. И в управлении, в предпринимательстве, в бизнесе, и в государственных направлениях, в образовании должна быть модернизация и экологизация всех направлений. Как сказала Вангари Маатай, лауреат Нобелевской премии, которая была посланцем мира по вопросам окружающей среды и изменения климата, в ходе истории наступает время, когда человечеству приходится выйти на новый уровень этической ответственности. И поэтому наша конференция, она полностью соответствует тому, что необходим новый инновационный подход к экологическому направлению, к экологическим технологиям во всех сферах деятельности. Спасибо за внимание и продолжим дальше конференцию. Спасибо, Сурет Альминовна. Итак, следующее слово я бы хотел предоставить по программе заместителю постоянного представителя ООН в Узбекистане Дойна Минтау. Hello, I would like to give the floor to Дойна Минтау. You're welcome, Дойна. Thank you, спасибо. Ассаламу алейкум, хурматли анджуман иштирокчилери, азиз дошлер, барчага хайрли кун, барчан гизни кориждан хурсандман. I'm really delighted to be here today and to address you on behalf of the UN country team in Uzbekistan and on behalf of UNDP. And I would like to start by commending the government of Uzbekistan for its active engagement as a member state of the UN and being a champion of multilateralism. The government has made remarkable progress in adopting, monitoring, and moving to implement national sustainable development goals in Uzbekistan. And it has a close partnership with the UN on the COVID-19 health and socioeconomic response and recovery. And this has created a positive environment for our cooperation to ensure a more proactive, people-centered response and a more resilient, green and inclusive recovery. And our partnership on human security and sustainable development in the RLC region is another testament to the country's commitment to working with the UN in an integrated and joint up way. But let me highlight two broad points related to the environmental matters in Uzbekistan. And the first one relates to the responsible use of natural resources and ecosystems that becomes even more critical at times of increasing population and urbanization and intense reforms. And there are many reasons for that. For example, as we just heard, Uzbekistan, and we all know, is an arid country with limited natural resources. Its irrigated agriculture operates with outdated infrastructure and inefficient methods of watering and cultivating crops. And the World Resource Institute places Uzbekistan among 25 countries with the highest water level stress. Land degradation, soil salinization, reduced water quality, wind, water erosion, decrease in productivity of arable land are major environmental concerns, but also big human concerns. Livelihoods of many depend on natural resources and their management, and with significant population growth, and it can contribute to some tensions among users of these limited natural resources. And the second point that was also brought by my predecessor, my previous speaker, is the intensified climate action that becomes a necessity for Uzbekistan and for the green economy that can make it more resilient. The ecosystems of Uzbekistan are very vulnerable to climate change, desertification leading to reduced biodiversity. And as we all know, drying up of the RLC is a bitter evidence of that. We heard just now about the Paris Agreement, and we are pleased that Uzbekistan ratified it in 2018. The progress so far and the strong government's attention are promising, and we expect an increased commitment forward to climate action. It's glad to know that a national strategy on transition to green economy was developed with specific targets for reducing emissions by increasing energy efficiency, including promoting the use of renewable energy resources, improving resource efficiency and crop yields, while ensuring a neutral balance of land degradation. Renewed emphasis has recently been given on addressing the RLC region challenges with a vision to transform it into a zone of ecological innovation and technologies. And in that respect, a national program for adaptation to climate change can only reinforce this ambition of Uzbekistan, and ultimately ensure that the natural resources and climate change do not impose limits on the future growth prospects
and undermine progress made in poverty reduction and adversely impact food security in the country. In this context, let me bring you to attention the very recent launch on the 15th of December of the 30th anniversary of the Human Development Report 2020 that was released by UNDP. The regional launch of this report was just yesterday evening, and I was glad to know the participation of the Deputy Chair of the Senate of the Oli Majlis, Mr. Sadiq Safoyev, in this regional launch. The report is entitled The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. And it argues that we need to go beyond targeting single problems or single solutions, but instead we must connect the dots and prepare to navigate complex, interconnected social and environmental systems. We can and should do successfully navigate this new geological era, expanding human development in balance of the planet. I think that's the core of this theme of the conference today. And with this theme, the HDR aims to change the balance of the humanitarian relationship with nature in a way that improves people's lives, both today, but also in the future. And it highlights that the time to act is now. And we plan to our recovery from the COVID-19 pandemic, we have a profound opportunity to steer the world's economy in a more sustainable and inclusive path, a path that tackles climate change, protects the environment, reverses biodiversity losses, and ensure long-term health and security of people. And in this context, as Uzbekistan starts to rise from the immediate threats of COVID-19 outbreak, it is paramount that it uses the opportunity to recover from the crisis via low carbon and greener pathway, where we can apply new innovative approaches to promote green and sustainable development as a fundamental moment. The UN in Uzbekistan supports the government in this vision and addresses the key environmental issues and expansions of its climate action. We are working to apply systems innovation, integrated approach for the Aral Sea Challenge, and those transform it into a zone of innovation. We pursue transformation towards energy efficiency with access to clean and affordable energy, and enhance efficiency and sustainability of natural resources management and conservation of biodiversity, efficient water and agricultural practices, to implement multilateral environmental agreements and safeguard the intangible cultural heritage of Uzbekistan. Let me finish by expressing our commitment to further support the government in addressing top environmental issues in Uzbekistan and ensuring sustainable livelihoods for the people living in Uzbekistan. Thank you again for organizing this event and for contributing to the substantive dialogue to enhance awareness toward greener recovery and resilient development. Thank you, Довойна, very much, and good luck in your work. Следующее слово я хочу предоставить руководителю комитета по вопросам развития региона при Арале, сенатору Бори Батырович Алиханов. Но так как у нас чуть-чуть возникли проблемы с онлайн общением, он оставил запись, и хочу, чтобы вы включили эту запись. Алия. Алия, по-моему, у вас там микрофон выключен. Бори Батырович, здравствуйте. Добрый день. Да, Бори Батырович, вам слово. Да. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне выразить искреннюю признательность организаторам данного мероприятия за возможность выступить на столь высоком форуме. Изменение климата, дефицит и загрязненность водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, уменьшение площади ледников, где формируется значительная часть водостока, загрязненность и деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и генофонда населения. Это лишь краткий перечень результатов
беспечного отношения, я бы сказал, человека к окружающей среде. Действительно, современный мир так взаимосвязан, что каждое предпринимаемое действие, особенно если это касается воздействия на природу, обязательно отразится на любой другой точке Земли. И этим могу сказать, что за антропогенным воздействием, которое было последние примерно 100 лет, человечество дошло до того, что будущие цивилизации и экологические проблемы, которые ставят перед цивилизацией очень огромные проблемы и вопросы, разрушающиеся архитектоники экосистем, ставят перед нами большие, очень глобальные задачи. Действительно, сегодня каждый из нас начинает задумываться, что происходит с природой? Ответ очевиден. Мы являемся не только свидетелями пандемии природы, но и во многом ее виновниками. Мне вспомнилось слова великого ученого средневековья, известного мыслителя Востока Абу-Райхана Бируни, который тысячи лет тому назад сказал очень на сегодняшний день актуальные слова. Если люди совершают насилие над природой, грубо нарушая ее законы, то придет время, когда она обрушит на их головы немыслимые бедствия, которые не смогут остановить никакие силы. Как актуальны эти слова, которые были сказаны тысячи лет тому назад? Все знаем, что Узбекистан относится к категории стран наиболее уязвимых к изменению природных климатических также условий. Аральское море, которое было одним из больших водоемов, замкнутых водоемов в мире, она как шагреневая кожа сократилась до такого уровня, создавая большие экологические проблемы не только в регионе, но и в глобальном смысле этого слова. Могу сказать, что Узбекистан предпринимает последние годы особые большие усилия по решению данной глобальной проблемы совместно с нашими партнерами Центрально-Азиатского региона и вообще международного сообщества. Могу отметить, что в последние 3-4 года мы стали свидетелями и участниками беспрецедентных по масштабам и значимости системных действий нашего государства, международных организаций и институтов гражданского общества в сфере социально-экономического развития и решения экологических проблем в Приорале. Она вызвана, конечно, новым курсом Узбекистана по преодолению последствий острейшей в современном мире экологической проблемы Аральского моря. Он представлен также в выступлении президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича Мирзиёева на саммите глав государств МФСА в августе 2018 года, когда была озвучена инициатива об объявлении Приорале зоной экологических инноваций и технологий, а также в выступлениях нашего президента 72-й и 75-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Они свидетельствуют о том, что Республика Узбекистан уделяет особое приоритетное внимание устранению последствий экологического кризиса, связанного с высыханием Аральского моря и социально-экономическим развитием региона. Могу сказать, что в этом году было принято беспрецедентная по масштабам новая программа о мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах, целью которого является эффективное использование имеющегося социально-экономического, в том числе производственного и инвестиционного
потенциала Республики Каракалпакстан, улучшению инженерно-коммуникационной, социальной и производственной инфраструктуры в регионе, решение экологических проблем, стабильного, устойчивого развития отраслей экономики, обеспечения на этой основе занятости и повышения уровня жизни населения. И сегодняшний посвященный форум, который является одним из главных направлений внедрения инновационных экологических технологий, которые могут решить вопросы не только экологических, но и социально-экономических проблем в этом регионе, является наиболее приоритетным и наиболее важным. Пользуясь еще раз случаем, хочу поблагодарить за приглашение принять участие, хотя виртуально, виртуального участия, но и пожелать успехов нашим участникам в решении наиболее проблемных задач, потому что инновационные идеи, научно обоснованный подход решения проблем является ключом всех тех вопросов, которые ставит перед собой этот регион. Огромное вам спасибо. Пожелаю всем успехов и плодотворного сотрудничества. Спасибо. Спасибо, скажем, Борис Батырович, за такой доклад хороший. И следующее слово я хочу предоставить Марату Фатхуллину, вице-президенту Ильсивер по глобальной стратегии. Марат. Добрый день, уважаемые коллеги. 2020 год стал годом перемен и испытаний. Я желаю вам, вашим близким, вашим семьям здоровья и взаимопонимания, а вместе нам всем с достоинством и без потерь выйти из пандемии. Ученые сегодня стоят на передовой вместе с врачами. В начале этого года человечество сформулировало перед мировой наукой срочный запрос, и наука дала достойный ответ. Несколько десятков вакцин были получены в разных странах разными научными группами. Новые вирусы появляются и, к сожалению, будут появляться далее из-за проблем изменения климата. Изменение климата связано с экономической деятельностью человека, которая зачастую ведется без достаточной научной проработки. Изменение климата связано с экологическими проблемами. Экологические проблемы являются междисциплинарными и требуют внимания ученых из разных стран, и областей. Необходимо международное сотрудничество, так как изменение климата и экологические проблемы – это глобальная проблема. Ученые из Узбекистана обладают уникальными компетенциями и возможностью влиять на международные решения по изменению климата благодаря накопленному опыту изучения последствий развития Аральского моря. Как представитель компании «Ильсивер» я хотел бы подчеркнуть важность качественных научно-исследовательских изысканий. Они начинаются с изучения научной литературы, поиска партнеров, методов глобально на английском языке. При непосредственном планировании и проведении исследований также необходимо учитывать как локальные, так и мировые практики изучения проблематики. Есть множество примеров, когда ученые из развивающихся стран игнорируют международные стандарты и подходы, что приводит к невостребованности научных результатов. Правильное позиционирование результатов своих исследований через методы научной коммуникации, путем публикации в научно-рецензируемых журналах повышает качество ваших исследований. Важным элементом, который влияет на качество научных исследований, являются международные коллаборации. Количество полученных ссылок на статью, ее видимость и значимость несоизмеримо в десятки раз выше при международных коллаборациях. Настоящая конференция является примером научно-рецензируемой конференции на актуальную для мирового сообщества тему с уникальными компетенциями узбекских ученых. Я желаю всем здоровья, плодотворной работы на конференции и творческих успехов. Спасибо.
Спасибо, Марат Тулин. Следующее слово я хочу предоставить начальнику управления развития природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства инновационного развития Абдусалому Ишимову. Микрофон озвучил. Учти. Добрый день, дорогие коллеги. Вначале я хотел извиниться, что у нас перерывом работает интернет, поэтому не можем постоянно подключиться. Сегодня организаторы конференции подняли вопрос очень востребованный. В настоящее время это экологические инновации. Как выше наш сенатор Боря Батырович Алиханов подробно рассказал ситуацию вокруг экологической ситуации в мире и в республике. Я хотел здесь остановиться по экологическим инновациям, которые в нашей сегодняшней конференции отмечаются, что экологические инновации – это в основном использованные инновации в природоохранной деятельности, в создании условия равновесия с окружающей средой. Это инновации, направленные на достижение научно-технического прогресса в народном хозяйстве, направление достижения научной техники в передовых направлениях народного хозяйства. Это IT-технологии, и это нанотехнологии, в том числе в экологической среде, это образование почвы, переработка твердых бытовых отходов, и в том числе это ситуация вокруг Аральского моря, которое в наше время является проблемой на этом регионе. В настоящее время Министерством инновационного развития нашим министерством уделяется огромное внимание на этом направлении. Объявляем тендеры и конкурсы по инновационным актуальным вопросам, и это направлены на устранение последствий, максимальное снижение последствий высыхания Аральского моря и переработка интернет, по-моему, зависает. Просим прощения за технические такие неполадки. Следующее слово тогда, с вашего разрешения, я представлю следующему спикеру. Это председатель исполкома Центрального совета экологической партии Узбекистана Камилджон Шарабетдинович Таджибаев. Кавалдай, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые участники онлайн-конференции. Позвольте приветствовать всех вас и пожелать удачной и плодотворной работы онлайн-конференции. Кризис Аральского моря в современное время считается одним из глобальных экологических проблем современности. Предотвращение этого последствия Аральского кризиса требует новых и современных решений, новых подходов, в частности, в научных исследованиях. В настоящее время учеными, биологами Узбекистана, учеными-экологами, в частности, учеными Академии наук Республики Узбекистан, совместно с государственными природоохранными комитетами, в частности, Комитетом лесного хозяйства, Комитетом экологии и охраны окружающей среды, а также привлекая ряд неправительственных некоммерческих организаций, проводятся масштабные целевые исследования по предотвращению именно вот этого Аральского
кризиса и внедрению современных новых технологий в рамках изучения биоразнообразия и сохранения биоразнообразия Аральского региона. За последние годы сформирована и внедрена в практику новая модель ведения научных исследований, когда ученые академических институтов совместно с заинтересованными государственными комитетами по природопользованию и сохранению окружающей среды проводят совместные исследования и производственная практика, то есть природоохранная практика, финансирует определенную часть научных исследований, в частности, с Государственным комитетом лесного хозяйства Республики Узбекистан и учеными Института ботаники с 2019 года проводятся совместные исследования именно на осушенной части Аральского моря. Следствием этих совместных исследований и экспедиционных выездов составлены цифровые карты, новые современные цифровые карты опустынивания этой территории, то есть осушенной части Аральского моря. И эти карты сейчас служат новой фундаментальной основой для проведения последующих мероприятий по созданию новых зеленых покровов на осушенной части Аральского моря. С применением новых инновационных технологий учеными Узбекистана проводятся совершенно новые исследования по моделированию будущих климатических изменений, в частности, на основе существующих глобальных сценариев глобального изменения климата. Эти исследования, которые позволяют нам не только моделировать, но и прогнозировать последующие изменения, в частности, климатические изменения, и в том числе изменения по составу и популяциям уязвимых видов локального биоразнообразия, позволяют построить новые планы для, не только для природопользования, но и для сохранения локального разнообразия. Как мы можем, например, организовать новые животноводческие хозяйства? Как можем поменять существующие сети особо охраняемых территорий и так далее? Другим важным направлением современных исследований по развитию инновационной экологии являются исследования по картированию существующего биологического разнообразия. Впервые в практике Центральной Азии именно на этой территории апробированы методы сеточного картирования растительного разнообразия Узбекистана, что позволяет нам аккумулировать все существующие данные, которые были накоплены, например, за последние 100 лет, в одну целостную базу и построить новые планы не только по изучению, но и по сохранению локального растительного разнообразия. Совместные исследования именно с государственными природоохранными организациями дают новые свои плоды и открывают нам новые перспективы. И очень отрадно отметить, что в рамках этих исследований участвуют не только профессионалы и ученые, не только молодые исследователи, но в эту систему привлекаются и общественность. В эту систему научных исследований привлекаются многие зарубежные исследователи. В частности, нашими исследованиями в настоящее время заинтересованы китайские коллеги. Очень высокую активность проявляют корейские коллеги. И это означает, это все говорит о том, что эта территория не только экологическое бедствие Центральноазиатского региона, это экологическое бедствие всего региона. И вот наша конференция, которая вот сейчас проходит в онлайн-режиме, тоже подчеркивает важность этой проблемы. И я хочу пожелать плодотворной работы, успешных докладов всем участникам, докладчикам. И надеюсь, что все поставленные цели перед конференцией, они будут достигнуты. Спасибо за внимание. Спасибо, Камалжан Шарабидинович, за такое прекрасное выступление. И следующее слово я хочу предоставить основателю Research Support Center Алии Аспановой. Алия, вы нас слышите?
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые ученые, уважаемые коллеги, уважаемые преподаватели, участники данной конференции, которые присоединились со всего света. Прежде всего, я хочу сказать всем вам огромное спасибо за ту важность, которую вы, за то ваше внимание, которое вы уделяете развитию проблем экологии в современном обществе. United Nations Sustainable Development Goals или Ecological Problems, Innovations in Ecology. Сегодня это наиболее популярные, наиболее важные темы, которые поднимаются all around the globe, во всем мире. Они играют очень важную роль в становлении любого государства. В Республике Узбекистан, как вы знаете, есть масса вопросов экологического характера, которые необходимо решать, которые необходимо понимать, которые необходимо исправлять и работать над ними. Да? Меня не перестает радовать, насколько много ученых на сегодняшний день участвуют на данном мероприятии. А также хотелось бы отметить, дорогие коллеги, что сейчас у нас идет Facebook-стрим, YouTube-стрим, и нас смотрят более 300 ученых в формате онлайн, live. Вы также можете посмотреть наши видеозаписи позже. И также хочу добавить и поблагодарить уважаемых руководителей организации, которые присоединились на сегодняшнее мероприятие, чтобы подчеркнуть важность вопросов экологии для Республики Узбекистан. Огромное спасибо, дорогие коллеги. Хочу пожелать удачи и успехов докладчикам, интересных докладов и прекрасного, успешного научного дня. Большое спасибо. Спасибо, Алия, большое. И следующее слово я хочу предоставить нашему гостю. Мы уже переходим ко второй панели нашей конференции. И с докладом хочет выступить Одо Сон. Тема доклада о сотрудничестве молодых организаций Республики Корея и Узбекистана о преодолении последствий Аральского моря. Преодолении последствий Аральского моря. Университет Кореи, директор Йо До Сон. Мистер До Сон, hear us? Can you hear us? Okay, I'm hearing you. Please, you're welcome. Okay, nice to meet you, everybody there. Okay. So, this is my talk. Okay. I prepared a PPT file so that I can show it to you. Everything okay? Can you share? Okay. Yeah, that's fine. Okay. I'm Professor Er from Korea University. And then I'm very honored to introduce our university's effort to bring back the Aral Sea back to life. Okay, I'm pretty much honored to be here in this conference. And I'm also very pleased to meet my friends through this online conference. Okay, I look forward to seeing you all soon in Tashkent or in Seoul. Okay, as you may know or not, okay, I'm Professor Er. I'm serving as director of Korea University's Public and Social Services. Okay, and we promote any forms of volunteerism. Okay. So I may begin with a story about how I become a supporter and lover of the RRC. Okay, then you may understand better Korea University's
continuous effort to save the Aral Sea. 2 years ago, I visited the Aral Sea for the first time. And it was extremely challenging to get there because of, you know, rough road and no pavement at all. And then endless jerkings and a huge amount of tiny salt dust inside the car. And it took at least, you know, 6 hours to get there. Okay, this is very challenging and most adventure. Okay, and then when I arrived at the, you know, Aral Sea, I realized that the Aral Sea is suffering a lot. Okay, and then in the dim night, I happened to wake up in the dim night. And then happened to behold this cobalt blue sky. There are huge number of stars, and we can even see the, you know, Milky Ways there. Okay, the sky was really truly beautiful. It was amazingly, you know, awesome. Okay, and then the sky seems to, you know, shine over the, you know, Aral Sea. It seems to me that even the sky embraced the suffering Aral Sea. It was at that moment that I felt a strong sense of interconnection and interpenetration between the suffering Aral Sea and me. And then I came to truly believe that the Aral Sea should not be a mere place for visitors or tourists to visit. Rather, the Aral Sea should remain as a home and a sacred place in which Uzbekistan people and people from other countries can take a rest and save and cared and grow spiritually there. I witness the beauty and spirituality of the Aral Sea, but the Aral Sea was suffering and dying there under the beautiful, amazingly glorified sky. That appears to me so beautiful, but it also very, very sad. I thought that at the moment that the Aral Sea is where people can meet their God, and then they could be spiritually healed, and they can find their lost selves in there, and finally happily return to their everyday life. I also feel as if your God was very, very sad about the suffering of the dying Aral Sea and bring the Aral Sea back to life was what I believe I heard from your God. Such a spiritual experience. Okay, necessarily led me to firmly believe that the Aral Sea should be saved and restored. Considering all things, I came to wish to restore the present Aral Sea at least to the level of the year of 2000. And I began to hope to return the recovered Aral Sea as a kind of everlasting gift to my friends in Uzbekistan, including Professor Said Kashmov, Professor Shukrat, Minister Shin, Minister Tolibov,
Congressman Alihanov, Mr. Saninov and their family, their own friends and their own people in Uzbekistan who saved Goryeo people when they were in desperate need. So I decided to go every length to save and restore the RRC and to take the two tracks at promoting environmental awareness and competence among Uzbekistan children and young adults. During the last 2 years, we had visited 4 to 6 cities in Uzbekistan every summer and held a conference, a forum, a poster show, and a cultural exchange activity through which we discussed with Uzbekistan young learners about environmental issues and problems in both countries, Korea and Uzbekistan. In so doing, I hope that they came to be better aware of the importance of the RRC and the need to restore it. We are willing to help them to grow environmentalism friendly and competent to take care of the RRC in future. I hope them to understand that there have been negative humanitarian, environmental, and socioeconomic consequences of the RRC Beijing tragedy. And though they go well beyond the RRC region and now represent a global concern, it is because such a tragedy of the RRC could affect all the people on the earth as a whole in a very unexpectedly bad manner. Okay. So, like, you know, UN and other institutes who care for the RRC, I hope them to share the urgent responsibility that significant effort and measures should be made to address and solve such issues and problems of the RRC. So during the last several years, as you see in the PPT file, we have met many children and young adults in 6 cities in Uzbekistan. And then we discuss about how we could make collaborate effort to provide the practical solutions to the RRC problems. For example, through joint academic research project, programs, and activities. We also offer so-called Assure project. So this is a scene of poster show. This is scene of forum conference. And this is scene of cultural exchange and conference. Okay. And then we, Korean students, can visit the RRC. And even we, smell the sea and touch the mud there, but they are all decayed. Okay, the RRC is suffering. Okay. Even our activities are introduced in your newspaper. Okay. And then I met, several people who care the RRC. Okay, like this. We visit Department of Innovative Development in 1918 and the next year, 1919. Okay. And then we bring a new project that is to save the RRC. This is called Osho Project. Okay. Osho Project. The fundamental concept is simple, like this, okay? That if solar energy plants are built in the RRC basin, this will be able to supply enough energy in low price to the upstream countries which hold water
for their own energy use. And in return, they will be able to increase the water flowing into the RRC. I strongly believe that the offshore project will be a new measure to save and restore the RRC by showing that it is possible to reverse one of the worst, world's most worst man-made environmental disaster and bring the RRC back to life, which almost everyone thought was beyond saving. Okay, even many professors and practitioners who care for RRC say that it is almost impossible to restore the RRC. They already give up their one hope to save and restore the RRC, okay? But I suggest this, okay? Based on our Green School's research, we suggest that RRC can be saved by this project, okay? The Offshore Project is designed to boost social and economic development and rehabilitate the area affected by the RR tragedy and to be a new measure to mitigate the consequences of climate change in Central Asia, okay? So the idea is like this, okay? We built a huge, mega huge size of solar plant in the RRC basin and in the area near to the Muinak, okay? And then we provide energy from this solar plant to the upstream countries. And then they stop building dams there. And then we try to restore RRC to the years of 2000, like this size, okay? And then this RRC super renewable energy plant can make a huge contribution to the areas, including the RRC and Muinak and Nukus. In this sense, okay, as I asked, our researchers who work on solar energy project, they say that if they create this size of a solar plant in RRC, okay, it may create more than 80,000 jobs there, okay, and then it could be attract a huge number of people because it becomes a most attractive place to visit, okay? So that RRC project also intended to promote intergovernment treaties and agreements covering the entire range of tasks in support of effective cooperation in the use of water resources to revive the RRC. Okay, when I read some newspapers, I realized that previous restoration effort had stopped because of problems with cooperation among multiple countries. Okay, I feel that the spirit of cooperation is reflected in this water energy nexus, and it will serve the interest of all member states and Central Asia while building a viable framework that can strengthen partnership between member countries in Central Asia. So I sincerely hope that this measure could save the sea as a productive water body and normalize the socio-economic, ecological, and medical situations in the RRC region. Okay, so finally, I want to express my wish to continue our cooperation with you all and other institutes
and persons who truly care for the RRC. And we will do our utmost to bring the RRC back to life. We firmly believe that the RRC can and should be saved and restored someday, as long as we hold fast to this hope and the dream of restoring the RRC. What needs to happen to bring the RRC back is not to lose hope. I quote one of the civilians who live in near, you know, RRC. Okay. He says that on the interview, what needs to happen to bring the sea back? I asked Nazarov on my last afternoon in town. He thought for a second and replied, "We need to hope." Okay. So I suggest that these two tracks are from Korea University. We try to improve the awareness and understanding of the importance of RRC to the Uzbekistan children and young learners. Okay, it would take at least, you know, 20 years to restore the RRC. This is one track. Okay, we will do campaign, conference, and cultural exchanges through which we will improve their awareness of the importance of RRC. And second track is we will doing, you know, our, you know, OSHO project. Okay, we will do some kind of international, you know, treaties in which we try to make this project come true in near future, maybe 20 years or 30 years later. Okay. So that we also suggest that we will found a OSHO project foundation soon. Okay. So, okay, through this conference, okay, I'd like to say that Korea University is a good partner to your, you know, concern. Okay, and then Korea University is willing to and will to make every effort to save the RRC back to life. Okay, thank you for listening to me. Thank you. Thank you very much for your participation. Thank you very much for such a meaningful report. And since this conference is in cooperation with the University of World Economy and Diplomacy, I want to give the floor to Surya Tumanovna. She has a word for you. Please. Вас не слышно, Сурия Тальмановна? Микрофон включить. Dear Professor Odoson, I would once again like you for what you have agreed to participate in our conference. Thank you for your interesting report. I want to remember we held an event together with your student on July 2019, and I will talk about it in my next speech. And we look forward to further cooperation between our universities. Thank you so much for your contributions. Okay, my pleasure. Thank you. Thank you. Спасибо вам всем. Итак, следующий доклад. Я хочу предоставить слово Шадыметову Юсуфжану Шадыметовичу, профессору Ташкентского государственного транспортного университета, председателю Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан. Юсуфжан, слышите нас? Хорошо, спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие гости. Сегодня наша конференция, я смотрю, больше направлена на инновационным технологиям в регионе Аральского моря. Наши зарубежные гости очень подробно рассказали о новых инновационных проектах совместно с
узбекскими коллегами. Дорогие друзья, в декабре 2018 года началась реализация государственной программы по ликвидации последствий высыхания Аральского моря, рассчитанной на несколько лет. Такое поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев. Главными участниками этой глобальной работы стали Государственный комитет по лесному хозяйству и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. Поддержку государственной программы мы инициировали проект под названием «Зеленый пояс Аралкуми. Экологический образовательный аспект». Целью инициативы является создание эколого-образовательных основ «Зеленого пояса Аралкуми», повышение потенциала преподавателей, инструкторов, расширение возможностей и мобилизация молодежи, ускорение принятия устойчивых решений на местном уровне. Данный проект практикует ООР как трансформирующее образование в поддержку устойчивого развития, ведущего к индивидуальным и социальным изменениям в регионе Аральского моря в сложной экологической ситуации. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеовыступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил несколько важных инициатив, одним из которых было принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приораля зоной экологической инновации и технологии, а день принятия этого документа объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем. Это важнейшая была инициатива нашего президента, которую уже активно начали внедрять и в региональном уровне, и на международном уровне. В нашем проекте рассматриваются основные направления формирования эколого-образовательных основ, исходя из 5 приоритетных областей деятельности глобальной программы действий. Данный проект предусматривает политику продвижения, преобразования среди обучения и профессиональной подготовки, создание потенциала преподавателя и инструкторов, расширение возможностей и мобилизации молодежи, ускорение принятия устойчивых решений на местном уровне. Проект является преобразующим, трансформирует себя и общество, в котором они живут и развиваются. Следовательно, в процессе реализации данного проекта более 1 миллиона учащихся будет иметь возможность вносить изменения в более справедливый и устойчивый мир. Например, принятие мер против изменения климата, изменение модели потребления, развитие социального предпринимательства и устойчивых источников средств к существованию или поддержка тех, кто борется с бедностью. Проекты интегрируются в социальные, экономические и экологические аспекты развития. Учитываются все 3 аспекта – общество, экономика и окружающая среда. И помогает участникам понять взаимозависимость между ними и действовать соответствующим образом. Данный проект предусматривает и демонстрирует инновационный подход к ООР, нестандартное мышление учащихся. Проект раскрывает новаторский и вдохновляющий подход к ООР. Это проявляется в темах, которые они охватывают, методологии, которые используются, или способов разработки учебной среды. Охват заинтересованных сторон – их более чем 500 тысяч. За пределами сферы образования и работы с новыми партнерами – их около 10 тысяч – также проявляется как признак инноваций. Проекты «Зеленый пояс» в Аралкуме охвачены практически все приоритетные области ООН. Продвижение политики нашего проекта базируется на единстве человека, общества и природы, реализации социальных, экономических и экологических принципов ООР в регионе Аральского моря. Инновации. Проект «Зеленый пояс» Аралкуми всесторонне демонстрирует инновационный подход к ООР. Это проявляется в реализации таких программ, как внедрение локальной модели комплексного использования современных информационных технологий,
Управление качеством, повестка 21. А здесь мы хотим реализовать местные повестки по устойчивому развитию. Вот если регионов проводится обязательно интегрированием образовательной составляющей с практической деятельностью, повышение качества окружающей среды и решение конкретных экологических проблем местных сообществ. В результате инновационного подхода к ООО мы пришли к повышению качества образования на основе системного развитие гармоничной личности студента, как следствие усиления экологического составляющего в образовательной деятельности, пересмотру образовательных программ с точки зрения концепции устойчивого развития и введения в них соответствующего образовательного модуля, обогащение учебного материала ценностями общечеловеческого и биосферного характера с учетом взаимосвязи идеи гуманизма и экологизации, и социальные аспекты, и экологические, и экономические аспекты, повышение мотивации к процессу обучения, формирование социально значимых мотивов и целей в образовании, повышение гражданской активности всех участников образовательного процесса. В рамках проекта будет значительно увеличен потенциал более чем 10 тысяч преподавателей и инструкторов. Они активно могут участвовать в процессе ООО в регионе действия нашего проекта. Это ученые, специалисты кафедры экологии, биологии, ботаники, социальной экологии, а также активисты неправительственных организаций. В рамках проекта предусматриваются мероприятия и подготовительные курсы в учебных центрах, школах, парках, торговых центрах, студенческих общежитиях, махаллях, вот это по месту жительства нашего населения, такие как выездные лагеря в городе Муйнаке, Иликале, Караузяки, Чайхана-Оур. Это национальный, очень компактный, древний способ компактного собеседования населения. Вот мы этим хотим приводить как устойчивый центр устойчивого образования, где собираются ветераны труда, их регионы более чем 100, а также интернет-кафе-Оур. Таким образом, миллионы молодых людей будут мобилизованы в процесс формирования экообразовательных мероприятий нашего проекта. Ускорение устойчивого решения на местном уровне. В рамках проекта молодых людей обучают навыкам проведения мероприятий и мобилизации финансовых средств. Это важнейший компонент устойчивого развития. Уже с молодых лет ребята будут заниматься вопросами, связанными с формированием финансовых аспектов жизнедеятельности. На такие виды деятельности, как переработка отходов, в этом плане очень важные вопросы. Обеспечение энергоэффективности, то, что сейчас говорили наши корейские друзья, и устойчивая организация общественного питания. Разрабатывается модель зеленой полевой стан. Также является центром очень серьезной экологической пропаганды. И студенческие экологические отряды. Экотуризм и устойчивое развитие. Вот сейчас видели на экране корабли, которые остались на дне обсохшего Арала. Каждый этот корабль является объектом посещения экологического туризма. Это еще в свое время начали с Международным фондом ЭКОСАН. Посещение многих зарубежных туристов. Это интересный объект посещения. И охват будет составлять почти около 1 миллиона молодежи. Стратегия на будущее. Стратегия проекта охватывает дальнейшую реализацию эколого-образовательных основ ООО в рамках «Зеленый пояс» в Аралкуме. План последующих действий охватывает, первый, еще более 1 миллиона. Повышение квалификации более 500 преподавателей и инструкторов. Третье, обучение более 5000 студентов по специальной программе ООО. Следующее, организация обучения устойчивой агроэкологии более 100 тысяч участников лесопосадки на высшем дне Аральского моря. То, что по инициативе нашего президента сегодня
реализуется, вот то, что господин Алиханов тоже рассказал, это важнейший компонент. Здесь рядом присутствует образовательный аспект. И регулярное проведение молодежной акции по лесопосадке в рамках проекта. Ожидаемые результаты. Проект окажет воздействие на повышение потенциала молодежи, преподавателей по внедрению ОУР. Количество вовлеченных в систему обучения ОУР достигнет до 100 тысяч. А также будет подготовлено более 2000 преподавателей и инструкторов. Проведение более 100 семинаров, тренингов и круглых столов. Программа «Поезда здоровья», которая является важной формой поддержки местного населения Райского моря, прежде всего оказание высококвалифицированной, консультативной, лечебно-профилактической помощи населения в зоне экологического бедствия. Эта практика уже у нас есть. За последние несколько лет мы формировали целостную систему поездов здоровья с участием ведущих международных организаций некоторых развитых стран мира. Целями и задачами программы поезда является пропаганда идей ОУР и здорового образа жизни среди молодежи, изучение влияния экологических факторов на здоровье населения, предотвращение экологической миграции, которая пока еще продолжается этот процесс, хотя за последние 3 года значительно снизился миграционный процесс. Наш проект способствует реализации нескольких целей в области устойчивого развития. При поддержке местных органов власти более 10 тысяч молодых людей обучены, трудоустроены, развиваются приусадебное хозяйство населения. С экологической точки зрения в устойчивом развитии основное внимание уделяется сохранению способности к самовосстановлению, динамической адаптации социоэкосистемы этого региона. Уважаемые участники конференции, в заключение я хотел бы отметить, что данный проект рассмотрен секретариатом ЮНЕСКО и опубликован на веб-сайте ЮНЕСКО как реальный пример хорошей практики в области образования для устойчивого развития. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо вам за ваш доклад. И следующее слово я хочу предоставить Гайб Назарович, Хурату Гайб Назаровичу, профессор Ташкент филиала РАЮ имени Плеханова. Пожалуйста. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые организаторы конференции, уважаемые гости. Намного мне сегодня облегчил мою ношу мой друг, очень приятный человек, интеллигентный профессор Досион, Одосион из Кореи. Я приветствую ее. Камсан Хамида. Я хочу сказать, что мы действительно, этот человек, влюбленный в Узбекистан. Он давно, уже 4 года, мы уже активно сотрудничаем. Мы в лице его нашли человека, который действительно, как патриот Узбекистана, все делает. Он в своем выступлении тоже отметил, но его черты, я хочу сказать, чисто человеческая позиция, занятая им, это действительно нас даже воодушевляет. Будучи, проживая там 5000 километров от нас в Корее, он так болеет за наш регион, за эти глобальные проблемы, за пути ее разрешения и хочет сделать свой вклад, это очень многого стоит. Мы должны учиться, мы должны всегда, поэтому мы его очень уважаем и очень близко мы сотрудничаем, мы друг друга понимаем. Вот благодаря ему, вот 7 городов, которые он посещал, во всех там государственных университетах налажено, значит, сотрудничество, особенно с вузами. Мой доклад тоже именно посвящен этому вопросу. Я хочу сказать, вот, участие в 2 проектах. Это первый проект, который он подробно рассказал, действительно, это программа «Ассури», проект «Ассури», вызвал большой интерес. В Узбекистане Министерство инновационного развития тоже это знает, руководство поддержало. И всегда, вот жаль, что пандемия сейчас чуть-чуть помешала этому проекту, но это обязательно сбудется. Обязательно сбудется. Я знаю, что первый самолет, когда будет прилетать из Сеула в Узбекистан, я знаю, что господин Досион, мистер Досион, обязательно приедет на этот самолет со своими коллегами и студентами, которых он очень любит, и прибывает любовь
к ним, к нашим проблемам, к решению этих проблем. Значит, по первому проекту он подробно рассказал. Я хочу рассказать о втором проекте. Это PBL, Problem Basic Learning. Это обучение, изучая, охватывая. Это очень чисто такой креативный проект. Это во многих западных университетах это происходит. Он смог нам доказать, что по этому проекту узбекские студенты тоже могут содействовать и участвовать. И действительно это удался. Вот мы в конце августа прошлого года с ним, значит, договорились, и мы провели конкурс у нас в университете Плеханова в Ташкенте, и конкурс там в университете Карьо. Мы вначале хотели по 10 человек, студентов набрать групп, 20 человек, из них как бы готовить по трем направлениям. Действительно, конкурс был очень интересен для студентов, а сейчас уже, хотя официально 10 человек, но у меня уже 17 человек участвуют. Ребята активно, потому что они разделились, они уже подружились, они уже обмениваются мнениями, они уже по проблеме одинаково работают на английском языке, общение на английском языке, это им здорово помогает, и они как бы проводят совместные исследования. Это значит по трем направлениям. История, культура региона Арала, Преараля, первый, очень интересный проект тоже. Ребята по-своему, ну, по-креативному относятся к этому. Второе, экономика. Во многом помогает в этом действительно, вот уже отметились очень хорошие начала, значит, нашего президента, его инициативы, вот экономические, как бы в Ливане, значит, государство в этот регион очень большое, вот об этом тоже Бори Батырович тоже сказал. И действительно, и третий как раз-таки еще вот, значит, разнообразность, значит, животного мира, значит, растений, и все вот это как бы их заинтересовало. Они в группах сейчас активно работают, несмотря на сессию. Сессия вроде бы для студентов это отошло. Значит, важный, но несмотря на это, они как бы сейчас опять-таки подключились. Каждый мне они заходят, говорят, что вот у меня вот такое предложение, вот такое мы обсудили, у нас все хорошо, нормально. Значит, я, господин Одо Сион, что я могу заверить, что наши ребята совместно с вашими, значит, студентами, они действительно, мы плоды увидим. Вы говорили, что это на несколько лет рассчитанная программа, и дай бог пусть тот день приблизится, когда мы, как уже обещали и вы студентам, и нашим студентам, мы обещали, что мы вместе все на первом же рейсе полетим в Муйнак и будем там еще воочию видеть все эти проблемы своими глазами со студентами вместе. Это, конечно, здорово стоит. И за это еще раз я благодарю, господин Досион, вас за ваш вот такой подход, новаторский подход. Со своей стороны, мы тоже проводим работу дополнительно, как вы уже отметили. Мы в средствах массовой информации Узбекистана начали о всех наших новостях давать уже как бы статьи, различные, значит, большие анализы делаем по Аральскому морю. Несколько у нас газет уже, мы с журналистами вплотную работаем, чтобы довести этот проект до, через интернет тоже, даже интернет-сайт тоже вот организовали, вот, чтобы довести до широкой общественности, до молодежи в первую очередь, потому что, значит, освоение или же улучшение в регионе всех вот этих проблемных вопросов, конечно, оно будет затрагивать не один год, несколько лет. А поэтому при беседе Досион тоже мне говорил, что именно мы правильный путь держим, чтобы молодежь подключать больше. Чем больше наша молодежь, и наша, и корейская молодежь будут активно участвовать в этом проекте, я думаю, это мы будем вносить свой вклад вот, в разрешение этой проблемы. Хоть маленький, но свой вклад. И поэтому и это сближать будет нашу молодежь, и сближать будет людей всего мира, если хотите. Я думаю, действительно, этот проект очень интересный. Мы будем продолжать, мы будем его как бы продвигать, и все больше и больше ребят тоже вовлекать к этому.
Спасибо большое за внимание. Еще раз большой привет всем. Спасибо. Спасибо вам большое, Шухрат Гайбназарович, за участие. Спасибо. Следующее слово я хочу представить Институт экономики НАН Белоруссии, заведующий отделом эколога экономических проблем, кандидат экономических наук Матвей Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, приветствуем вас, слушайте. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Слышно? Слышно, слышно. Да. Огромное разрешение выразить благодарность за приглашение в участие конференции столь высокого уровня. И сегодня я хочу рассказать кратко о развитии такого инновационного направления в экономике, как циркулярная экономика, и ее влияние на достижение целей устойчивого развития. Поэтому тема моего доклада – циркулярная экономика в контексте целей устойчивого развития. На современном этапе развития действенным инструментом обеспечения перехода к устойчивому как раз-таки развитию как на глобальном, так и на национальном уровнях выступает механизм зеленого роста, который базируется на принципах экоэффективности, ресурсосбережения, согласованности и единства. И при разработке конкретных мероприятий по достижению устойчивого развития должны учитываться не только глобальные экологические проблемы и тенденции экологизации экономики, но и региональные инициативы в рамках межгосударственного сотрудничества, страновые обязательства в рамках международных договоренностей, с учетом природно-климатических, социально-экономических условий конкретного государства. Гармоничное согласование компонентов устойчивого развития, обеспечивающего экономический рост, социальную стабильность и экологическое равновесие в долгосрочной перспективе, возможно обеспечить с помощью концепции зеленой экономики, практическим инструментом реализации которой именно выступает, и мы ее рассматриваем как циркулярную экономику. Несмотря на то, что данные концепции имеют схожие подходы к их формированию, что обусловлено и возросшими экологическими рисками, и их общей нацеленностью на обеспечение экономического роста, а также значимостью партнерства и сотрудничества между заинтересованными сторонами для достижения поставленных целей, данные концепции они существенно различаются в способах их реализации. В частности, теория устойчивого развития, она предполагает сбалансированность экономической, экологической и социальной составляющей. Важными чертами зеленой экономики являются эффективное использование природного капитала, его сохранение и увеличение, неуклонное снижение всех видов негативного воздействия, в том числе загрязнений, и предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, инновационный характер экономической динамики, рост доходов занятости, кардинальное снижение бедности. В циркулярной экономике приоритетно выступает меньшее потребление ресурсов из окружающей среды, равно как и меньшее их возвращение в окружающую среду в виде отхода. При этом цели устойчивого развития постоянно адаптируются и меняются, что свидетельствует об открытости временных рамок реализации данной концепции. Для обеспечения эффективного внедрения конкретных проектов зеленой и циркулярной экономики требуются жесткие ограничения по времени. Циркулярная экономика – это практический инструмент перехода к зеленой экономике за счет применения инновационных бизнес-моделей, которые организуют иное циркулярное движение материальных потоков. И в результате при поэтапном переходе к циркулярной экономике базовый принцип линейной модели «добывай, производи, выбрасывай» трансформируется в принцип «добывай, производи и повторно используй», что поднимает на новый уровень экологическую эффективность. Для Беларуси понятие устойчивого развития и зеленая экономика не являются новым. Данные категории активно используются и юридически закреплены в различных национальных и официальных международных и стратегических документах, которые подписаны Республикой Беларусь. В Беларуси поставлены и успешно достигаются цели устойчивого развития. Более того, зеленая экономика является одним из главных акселераторов по платформе ускорения реализации целей устойчивого развития. По индексу достижения цели устойчивого развития Беларусь по оценкам индекса 2020 года Беларусь расположилась на 18 месте. Здесь для сравнения я привела достижение основных экологических целей сопоставления Республики Беларусь и Республики Узбекистана. В Беларуси разработан и успешно уже реализован, можно сказать, потому что год заканчивается, национальный план действий по развитию зеленой экономики на период до 2020 года. В настоящее время ведется работа по разработке второго такого документа до 2025 года. И как раз-таки изучается международный опыт и вырабатываются новые приоритетные направления по развитию зеленой экономики в Беларуси. Кроме того, запланирован к разработке и принятию такой документ, как «Стратегия развития экономики замкнутого цикла на период до 2035 года». При этом составляющей данной стратегии как раз-таки будет являться инновационный компонент. Необходимость соответствия мировым трендам, в том числе для обеспечения конкурентоспособности продукции, увеличения объема продаж в Беларуси и за рубежом,
а также повышение экологической ответственности бизнеса и нацеленность его на повышение ресурсоэффективности являются теми факторами развития циркулярной экономики, которые двигают белорусский бизнес в этом направлении. И несмотря на то, что на законодательном уровне пока самого термина «циркулярная экономика» у нас не закреплено, но отдельные циркулярные проекты у нас уже есть. В частности, я совсем кратко расскажу, что это завод по производству офисной бумаги из макулатуры в городе Борисове. Это завод по переработке отработанных масел в Крупском районе Минской области. А завод по переработке древесных отходов в биотопливо. Также в стране действуют сервисы по предоставлению в аренду жилья, автомобилей, велосипедов, самокатов. Созданные биогазовые энергетические комплексы на основе переработки отходов сельскохозяйственного производства в ряде сельскохозяйственных организаций. Реализованы инновационные проекты по внедрению малоотходных технологий на предприятиях промышленности и металлургии. Масштабное развитие и обеспечение эффективности внедрения циркулярных бизнес-моделей требует сочетания технологических достижений, инноваций и совместных усилий заинтересованных сторон, представителей бизнеса и государства. И я уверена, что такое сотрудничество оно должно быть не только в рамках отдельного государства, но и в рамках международного сотрудничества. И я надеюсь, что как раз-таки те наши тесные связи, которые устанавливаются в том числе и благодаря такой конференции, позволят развивать такую межстрановую сотрудничество и коллаборацию, в том числе и в сфере развития зеленой циркулярной экономики как важнейших направлений инновационной экологии. Здесь кратко на слайде я хочу сказать, что в рамках Центра экономических исследований БИРОК проводится цикл работ, уже проведен цикл работ по зеленой экономике. Здесь не полный перечень отдельной работы, полностью все работы представлены на нашем сайте, можно посмотреть, обращаться, мы готовы открыты к сотрудничеству. Если совсем кратко, то все. Я еще раз благодарю всех за приглашение в участие конференции столь высокого уровня и завершаю свой доклад. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Николаевна. Итак, следующее слово я хочу представить магистру университета мировой экономии и дипломатии Нишамбаевой Аделине. Слышите, да, Аделина? Слышно, да? Аделина, слышно? Гузал Касимова, ассаламу алейкум. Пацаны, ищтас, ну? Слышите, да? Пожалуйста, вам тогда слово передам. Здравствуйте, уважаемые участники и организаторы конференции. Я хотела бы представить вашему вниманию информацию о нашем исследовании. Значит, доклад называется «Новый вид цемента как решение экологических вопросов современности». Но в настоящее время нет необходимости говорить о важности и срочности решения всеусложняющихся экологических проблем. Развитие промышленных производств сейчас возможно при коренной реконструкции старых предприятий и строительстве новых, работающих по принципу безотходного или чистого производства. Глобальная роль цементной промышленности обусловлена портландцементом, который в обозримом будущем останется основным строительным материалом, так как является неотъемлемым компонентом бетона, ключевого конструкционного материала в истории человечества. Ну, бетон, как известно, является вторым материалом по используемости после воды. Значит, развитие современной бетонной промышленности также порождает множество экологических проблем, таких как загрязнение окружающей среды, образование отходов, выброс опасных газов и истощение природных ресурсов. Производство портландцемента является очень энергоемким и сопровождающимся выбросами углекислого газа. Например, при производстве каждой тонны портландцемента образуется около 1 тонны углекислого газа.
И таким образом на производство цемента приходится около 5% от общего объема глобальных выбросов углекислого газа. И очевидно, что для того, чтобы сохранить свои позиции доминирующего материала в будущем, модель бетонной промышленности должна быть смещена в сторону устойчивости. Для удовлетворения требований по устойчивому развитию всего общества бетон завтрашнего дня должен быть не только более прочным, но и должен быть разработан для удовлетворения социально-экономических потребностей при наименьшем воздействии на окружающую среду. В последнее время появились и используются бетоны нового поколения, которые называются High Performance Concrete. Эти бетоны делают вклад в устойчивое развитие тем, что они долговечные и могут за счет своей прочности, долговечности, они могут служить до 500 лет. В этой связи мы исследовали возможность получения нового вида цемента, повышенной прочности, на основе которого можно получить такие бетоны. За последние 10 лет мировое производство цемента значительно возросло. Эта тенденция является наиболее значимым фактором, влияющим на технологическое развитие и обновление производственных мощностей цементной промышленности. Значит, в Центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития проводится исследование по повышению активности портландцемента путем его механоактивации активными минеральными и химическими добавками. Новый подход к производству портландцемента помогает улучшить его экологическую совместимость. Предлагаемая технология получения портландцемента повышенной активности основана на взаимном измельчении портландцементного клинкера, гипса и специальной комплексной добавки. В результате нашего исследования при механохимической активации портландцементного клинкера с модифицирующей добавкой, который включает в себя минеральную и химическую составляющую, был получен модифицированный портландцемент повышенной прочности. Прочность на сжатие модифицированного портландцемента повысилась на 51% по сравнению с контрольным составом портландцемента нормальной прочности. Далее мы провели исследование по получению бетона с высокими эксплуатационными свойствами. Для этого мы наряду с контрольной бетонной смесью были приготовлены смесь с 7% замещением части цемента микрокремнезиомом и суперпластификатором при водоцементном отношении 0,35%. И бетонной смеси с нашим новым модифицированным портландцементом повышенной прочности. Вот в этой таблице можно увидеть вот по данным 7 и 28 суточной прочности, насколько повысилась прочность бетона при использовании модифицированного цемента. Тут даже 7-дневная прочность увеличилась на... Сейчас. Прочность на сжатие 7-дневных образцов кубиков бетона увеличилась на 40,2%, а прочность на сжатие 28-дневных образцов увеличилась на 48,1%. Водопотребность уменьшилась с 0,35 до 0,25, то есть на 28%. Значит, введение комплексной добавки улучшает свойства цемента. При добавлении в процессе помола цемента комплексная добавка модифицирует поверхность, распределяет по размерам частиц цемента. Это также приводит к образованию высокоактивных аморфных структур и предгидратов. Высокоэффективный цемент может быть определен как продукт, произведенный механохимической активацией
определенных пропорций клинкера, гипса и сложной добавки. И не обязательно минеральные добавки промышленного или природного происхождения, которые придают бетону или строительному раствору чрезвычайную прочность. Многими учеными отмечены технические преимущества включения различных шлаков, золы унос, микрокремнезиома и других промышленных пуцалановых побочных продуктов в бетон, а также тот факт, что бетон с этими материалами обеспечивает наилучшее экономическое и технологическое решение при обращении с отходами и их утилизации, и при этом не наносит вред окружающей среде. Эти материалы, таким образом, должны быть признаны не просто частичными заменителями портландцемента, но жизненно важной и существенной составляющей бетона. Таким образом, использование различных отходов или побочных продуктов в бетоне является крупным вкладом бетонной промышленности 21 века в устойчивое развитие человеческого общества. Ой, тут еще у меня выводы. Новый вид портландцемента использует меньше клинкера, чем существующий цемент, и поэтому отвечает вызовам устойчивого общества. Он увеличивает объем производства и экономит энергию. Новый вид портландцемента способствует сокращению выбросов углекислого газа и других веществ в источнике. Благодаря своей лучшей экологической совместимости доля рынка таких цементов в будущем будет увеличиваться. Благодаря своей более высокой прочности и долговечности производство и применение нового модифицированного портландцемента помогает снизить деградацию окружающей среды, связанную со строительной деятельностью. И благодаря экологическим и экономическим преимуществам предлагаемый новый портландцемент можно назвать экоцементом. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам, Гузар Каримовна. Я извиняюсь, что забыл представить вас. Это была старший научный сотрудник Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Касымова Гузар Каримовна. Спасибо вам. Итак, следующий доклад. Передадим слово магистру университета мировой экономики и дипломатии Нишанбаевой Аделине. Здравствуйте, всем добрый день. Меня слышно? Слышно, слышно. Я бы сегодня хотела посвятить свой доклад значению инноваций в сфере переработки медицинских отходов. В первую очередь я бы хотела обозначить то, что на сегодняшний день большое количество стран вводит различные инновации в данной сфере. В сфере переработки отходов это связано в первую очередь с тем, что обостряется на сегодняшний день ситуация с решением данной глобальной проблемы. И все мы знаем, что все отходы, они делятся на определенные категории. Есть бытовые отходы, есть медицинские. Так вот, в настоящее время медицинские отходы, они набирают популярность ввиду того, что у нас, к сожалению, с начала года произошло введение карантинных мер. Все начали носить защитные средства, маски, перчатки. И это обусловлено в первую очередь введением COVID-19. И особое внимание на самом деле сейчас уделяется именно разработке контрольных действий по утилизации медицинских отходов. Что вообще под собой подразумевает медицинские отходы? В первую очередь стоит отметить, что медицинские отходы — это вся совокупность отходов, которые генерируются различными медицинскими учреждениями, различными лабораториями и больницами. Больницы вообще генерируют больше всего отходов, поскольку на одну койку в час приходится около полукилограмма всех отходов, которые генерируют. И если говорить про классификацию всех медицинских отходов, которые существуют сейчас, их существует на самом деле несколько, но если говорить по общей классификации, то все медицинские отходы, они делятся на три основные группы. В первую очередь это группа общих
неинфекционных отходов, и, как правило, они составляют большую часть, это 85%, и они могут приравниваться к обычным бытовым отходам, тогда как 10% составляют инфекционные отходы, и химические отходы составляют 5%. Всего 20% из всех вырабатываемых, производимых медицинскими учреждениями отходов являются опасными, но тем не менее эти 20%, какая-то 1/5 часть всех отходов, она ведет к неимоверным последствиям как для человека, так и для окружающей среды. Если говорить про влияние на человека, то это же, конечно же, комбинированный риск передачи, повторной передачи заболеваний. Как может передаваться данное заболевание? Данное заболевание может передаваться из-за неправильного сбора медицинского мусора, также через сотрудников, которые работают на данных местах, где складывается этот медицинский мусор, а также посредством медицинских сотрудников. Если говорить про влияние на окружающую среду, то здесь, конечно, стоит отметить то, что не во всех странах регулярно и эффективно именно происходит утилизация медицинских отходов, и они, как правило, остаются просто разлагаться естественным способом на обычных различных свалках. И все эти патогены, которые содержатся в медицинских отходах, они впитываются через землю, и они впитываются в землю и проходят из одной территории на другую. Это приводит к заражению почвы, к заражению водных ресурсов. И это ухудшает проблему водных ресурсов также. Вообще, для чего существует данная утилизация, зачем ее контролировать? Если говорить примерами, то вот, например, в Республике Кыргызстан была введена в свое время система, инновационная система переработки медицинских отходов, и она, в свою очередь, анализ данной системы показал, что вся совокупность расходов, которая затрачивалась до этого на утилизацию медицинских отходов, она сократилась на 33%. То есть просто введение контрольных действий по утилизации медицинских отходов смогло сократить часть бюджета, которая могла бы по прогнозируемым показателям тратиться на утилизацию медицинских отходов. Также еще одним примером важности эффективности утилизации отходов может являться анализ всех медицинских учреждений в одной из стран Центральной Америки, в Сальвадоре. Там же был проведен анализ всех медицинских учреждений, и выявилось, что 61% из всех отходов, которые складывались в контейнеры как особо опасные, они являлись обычными бытовыми отходами, а не теми отходами, которые должны были и нуждались в дальнейшей переработке. Конечно же, анализируя опыт инновационного развития и контрольных действий по переработке медицинских отходов, я не могу упомянуть и опыт в Республике Узбекистан, который также прославился введением определенных мер. Эта мера включала в себя разработку специальных механизмов по утилизации отходов. В первую очередь, в чем она заключалась? Данная компания заключалась в том, что в момент введения карантинных мер были установлены специальные баки для медицинских отходов. Они устанавливались специально в густонаселенных местах для того, чтобы сберечь население и в дальнейшем сотрудников от повторного заражения. То есть туда нужно было складывать все санитарные средства, все средства защиты, которые люди использовали во время ситуации, связанной с COVID-19. Конечно же, здесь стоит отметить еще и различные методы переработки. На самом деле их существует не так много. В первую очередь это сжигание, но это сжигание приводит к дальнейшему ухудшению экологической ситуации в мире. Но сейчас набирает популярность такой метод, связанный с микроволновыми технологиями. Он заключается в обычном нагреве микроволновом излучении
тех опасных медицинских отходов, которые в дальнейшем могут потом уже перерабатываться как обычно. И вот по статистике данный способ, он был введен в одном штате, он был введен в штате Северная Каролина, и их опыт показал, что 90% всех отходов, которые прошли данную переработку, они затем могли просто уже утилизироваться как обычный отход и не представляли уже никакого риска для населения. На этом я бы хотела закончить свой доклад. Спасибо всем за внимание. Спасибо вам тоже, Аделина. Следующее слово я хочу предоставить. Сейчас, секунду. Республика Каракалпакстан, Бигдулаева Тамаре. Она, слышите нас, Тамара? Слышу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, уважаемые гости, уважаемые организаторы конференции, уважаемый модератор. Разрешите в первую очередь поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам всем только всего хорошего в Новом году. И пожелать вам, в свою очередь, удачного, плодотворного и результативного проведения конференции. Хочу еще поблагодарить вас за организацию, за приглашение. И хочу представить свою презентацию «Экологические инновационные технологии на примере платы Устюрт». Я работаю в Устюртско-газохимическом комплексе инженером по охране окружающей среды. Прежде чем начать здесь свою деятельность по озеленению, по облесению, мы изучали, определили актуальность, цели, задачи, ожидаемые результаты, перспективы развития. В чем заключалась актуальность? Конечно, вы все знаете, одной из важных задач государства является забота о благе человека, его здоровье, улучшение его жилищных, культурно-бытовых условий, улучшение условий труда, быта. Все это связано с правильной организацией проектирования строительства, реконструкции городов и населенных пунктов. Вы все очень хорошо знаете, что зеленые насаждения – неотъемлемый элемент современного градостроительства и играют очень важную санитарно-гигиеническую роль и способствует комфортабельной организации жизненного пространства человека. Целью являлось облесения и озеленения ближайших территорий Устюртского газохимического комплекса – это сохранение и восстановление биоразнообразия в прилегающих территориях Устюртского газохимического комплекса. Задачами перед собой мы поставили изучение почвенно-климатических условий Устюрта. Конечно, до нас изучали почвенно-климатические условия ученые Устюрта с Академии наук и другие исследователи. Тем не менее, мы тоже для себя изучали почвенно-климатические условия для внедрения своих работ. Второе – ознакомление аборигенными видами растительности. Тоже повторяюсь, растительность, растительный покров Устюрта, растительный покров Кызылкума, растительный покров низовья Амидари изучены исследователями Академии наук, Институтом ботаники. Тем не менее, мы опять же взялись изучать растительный покров здешней окружающей среды. И особенно декоративных деревьев. Мы там исследовали, сколько видов здесь произрастает, сколько из них более устойчивы к этому климату. Третье. Проведение встреч с местным населением для дальнейшего сотрудничества. Для нас очень важно сотрудничество с местным населением. Почему? Потому что они здесь жили покон веков и живут дальше, чтобы они поняли, что к чему, почему мы должны сохранить экологию, растительный мир и флору, фауну. Четвертое. Информировать местного населения видами растительности, которые внесены в
Красную книгу Узбекистана и теми растениями, которые на грани исчезновения. Дальше. В этой таблице вы можете ознакомиться с видами декоративных деревьев, которые мы используем для озеленения вокруг своего комплекса. Здесь виды деревьев и виды кустарников на первой половине таблицы. На второй половине таблицы вы можете ознакомиться с видами растительности, которые мы используем для лесозащитных полос. Следующий. Здесь вы можете ознакомиться с планом озеленения прилегающих территориях Устюртского газохимического комплекса. Вокруг комплекса мы, где образовали лесозащитные полосы, разделили на два, нет, даже на три зоны, поскольку здесь посевный и посадочный период очень коротко, поэтому за один сезон все прилегающие территории посеять или образовать лесопосадки очень сложно. Поэтому мы их разделили на три зоны. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. Газохимический комплекс состоит из двух объектов, где добывают газ и где перерабатывают, добываемый газ. Вот это месторождение Сургиль, тоже где мы проводили лесозащитные полосы вдоль дороги, вдоль трасс и где вахтовый поселок, где проживают наши сотрудники. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы можете ознакомиться со схемами озеленения и со схемой защитных лесопосадок. Между рядами сколько должно быть дистанция, между деревьями сколько должно быть, между кустарниками сколько должно быть дистанция. Здесь мы указали конкретно, чтобы на погонный метр на гектар сколько уходит количество саженцев и семян. Следующий слайд. Ожидаемые результаты. Что мы ожидали в своей деятельности? Конечно же, в результате проведения озеленительных мероприятий снижаются отрицательные последствия аридизации и опустынивания среды на территории Устюртского газохимического комплекса. Проведение озеленительных мероприятий на данном объекте может служить для определения растений наиболее устойчивых в экстремальных условиях среды и для составления рекомендаций по их выращиванию семенами и вегетативными способами, внедрению на других объектах с экстремальными условиями. Следующий слайд, пожалуйста. Перспективы развития. В условиях опустынивания Южного Приораля зеленые насаждения будут служить в качестве лесозащитных полос по защите от ветровой эрозии земель, являются эффективным биологическим дренажом, улучшают микроклимат. Здесь вы можете ознакомиться с посевом черного саксаула. Здесь мы использовали все методы, чтобы получить хорошие результаты. Наверху слева вы можете увидеть, как бороздковым методом мы посеяли семена черного саксаула, внизу механическим и вручную посадка саженцев саксаула. Здесь вы можете ознакомиться. Здесь я хотела бы остановиться. Мы приехали сюда сразу не начали свою деятельность. Сперва мы обсудили все это с местным хакимиатом, с госком экологией, с вышестоящими нашими инстанциями, чтобы все обсудить, определить, что, как, какие виды, что, где. Все обсудили, пришли к единому соглашению и разработали схемы посадки декоративных деревьев. Конечно, здесь наверху справа,
Нет. Вот здесь вы наверху можете ознакомиться, где проводили мы мероприятие по озеленению вдоль автодороги, подводящие к заводу. Здесь вы, как и все сейчас среди участников, здесь есть ученые, которые хорошо знают Усть-Юрт, которые здесь изучали флору и фауну. Здесь почвенный состав Усть-Юрта состоит из мергеля. До 1,5 метра, до метра здесь могут быть только почвенный покров, а дальше мергель. Поэтому нам пришлось здесь поверхностный слой, где твердый каменистый слой убрать и обратную засыпку плодородной почвы. Здесь, вы, как я сейчас вам говорила, здесь у нас в Каракалпаке, в общем, я могу сказать, что осенний и весенний период очень короткий, поэтому мы никогда не успевали посеять в свое время семена саксаула, и пришлось нам использовать зимние осадки, снег, любую. Здесь наверху вы можете, конечно, здесь не я одна пришла к такому решению. Здесь наверху вы можете увидеть руководителей лесных хозяйств, управления лесного хозяйства Республики Каракалпакстан есть. Здесь участвовали сотрудники управления лесного хозяйства Республики Узбекистан, конечно, Орман Лаиха и представители экологической госкомэкологии. Здесь вы можете ознакомиться первыми всходами тех растений, пустынных растений, которые мы посеяли семенами. Здесь вы можете ознакомиться с вегетационным периодом, как они произрастают. Мы здесь проводим мониторинги роста и развития этих растений. Можно дальше. В настоящее время, конечно, это фотографии 2018 года. Я не планировала участвовать ни в каких конференциях, поэтому я использую те фотографии, которые у меня остались. Сейчас высота этих растений выше 1,5–2 метров. Я отправила организаторам видеосъемку с настоящего момента, чтобы вы могли этим ознакомиться. Если будет у меня лишнее время, можете его транслировать. Здесь, конечно, я хочу остановиться в чем. Вот все растительные меры Усть-Юрта, если даже исследования, что они уже определены, какие виды солеустойчивые, какие виды засухоустойчивые, какие виды морозостойкие, жаростойкие. В любом случае, если даже они всходы дают хорошие результаты, но их это приживаемость, если без осадков, если будет очень сильная жара, их приживаемость, конечно, результативность снижается. И дошли до такой степени, что некоторые экземпляры были на грани высыхания. Но мы здесь использовали свои эти силы, вручную поливали, вручную обрызгивание сделали. Одним словом, мы им не давали высыхать. И внизу вы можете увидеть те экземпляры растений, которые восстанавливаются заново. Более того, сейчас уже прошло несколько лет после посадки этих саксаулов, они сейчас перешли на самосев. Внизу слева вы можете увидеть, как самосевом размножаются семена саксаула. Пожалуйста, следующий слайд можно. Третье, я говорила вам, что перед собой мы поставили задачи. Вот третья задача – проведение встреч с местным населением для дальнейшего сотрудничества. Сотрудничество с местным населением мы начали
с младших групп населения, от школьников, из школьников от младших классов. И мы там проводили разные мероприятия. Вы можете здесь ознакомиться, как мы проводили День заповедника, чтобы они знали, что бывают такие места, заповедники, кто там обитает, какие растительные миры там. И один заповедник от другого как отличается. И они соревновались между собой классами. Здесь вы можете ознакомиться, как первоклассники между собой соревнования проведут. Здесь вы все в курсе ученые, тем более, что в Устюрте сайгаки как уникальный вид животных только встречается в Устюрте. Ежегодно здесь в поселке среднеобразовательной школе 31 мы проводим День сайгака, День защиты сайгака, День миграции сайгака. Это уже мы превратили в традицию, чтобы у них было понятие, что это за животные, которые на грани исчезновения. И отреагировали на это очень хорошо местное население, обязательно школьники. И в 18-м году, или в 17-м году, в 18-м году точнее, мы проводили эко-марафон на республиканском уровне. Пригласили туда школьников из поселка Жаслык, из поселка Каракалпаки. Почему? Потому что на плато Устюрт есть три поселка: Каракалпаки, Жаслык и Кыркыз, которые очень хорошо знакомы с сайгаками. Здесь вы можете ознакомиться, как мы проводили эко-марафон, как они старались, рисовали, что сайгаки, как живут, как их надо поддерживать. Очень хороший результат давало это мероприятие. Следующий слайд, пожалуйста. И ежегодно мы проводим с этими школьниками День экологии, сохраним экологию. Здесь была тема вообще-то сохраним экологию Устюрта, но я Устюрта убрала, чтобы они сохранили экологию везде. Здесь вы можете ознакомиться, как понимают ученики, учащиеся экологии, как у них взгляд к этой экологии, каким образом они могут их сохранить, что они должны сделать, чтобы сохранить флору и фауну. Но эти мероприятия очень дали свои хорошие результаты. Они очень старательные, у них есть большой интерес. Следующее. Для обогащения знания этих же учащихся со стороны нашей компании было организовано несколько поездок в Нижнеамударинский биорезерват, чтобы они знали, что в Нозовой Хамедаре какие растения, какие виды животных, какие виды растений. Они видели только растения Устюрта, животных из Тюрта, чтобы они тоже видели, что такое биорезерват, чтобы у них было понятие, что это такое. Там они встретились с сотрудниками биорезервата, они доклады сделали, показывали там оленей, чтобы у них было побольше знаний по экологии. По экологии. Вот здесь я чуть-чуть хотела остановиться инновационным технологиям. Как вначале вы видели, как мы обсудили, как сажают декоративные растения вдоль, не растения, деревья вдоль дороги, подводящей к заводу, это охватывает 5 километров, если общей длины обобщать, это получается 40 километров дистанции.
Мы здесь сделали прямую траншею, потому что сделать отдельные лунки это неэффективно было, поэтому мы здесь сплошную траншею рыли глубину до двух с половиной метра. Поскольку вы все в курсе, что здесь нету растительных каналов и самотеком поливать, орошать здесь нету возможности. Поэтому мы сюда проводили капельную систему орошения. Вы это можете посмотреть наверху справа, с правой стороны, где проведен водопровод. На левой стороне, наверху, вы можете ознакомиться с мульчированием. Мы здесь, если для мульчирования использовали разные материалы, сухие, древесину, ветки, листья, опильку, мы здесь использовали живые растения, злаковые, которые засуха солью устойчивые, просо. Мы это на лунках внизу, около деревьев, посеяли, чтобы они держали влагу от ветровой эрозии, сохраняли корневую систему деревьев. Вы здесь вы можете ознакомиться, как мы посадили внутрь и около завода виды деревьев. Здесь мы использовали гидроизоляцию, поскольку здесь завод, чтобы утечки воды грунтовых не было в сторону завода, мы здесь сделали отдельные лунки. В лунках сделали гидроизоляцию, которая водонепроницаемая, чтобы не было никаких угроз для завода. Здесь вы можете ознакомиться, как наши сотрудники ухаживают за деревьями, как защищают их от солнечных этих ударов, от суховеев. Да, многие исследователи, ученые определили виды деревьев, устойчивых к морозу, засуху, соли устойчивыми. Но здесь, в Устюрте, они очень плохо приживутся, оказывается. Это мы в практике уже видим 7-й год. Можно дальше. Вот вы здесь можете ознакомиться, в конце концов, с результатом наших деятельности, виды деревьев, плодовые деревья, которые плодоносили, радовали своими плодами, своей приживаемостью, своими всходами. Дальше можно. Это конец, по-моему. Спасибо за внимание. Кроме этого, я бы хотела поблагодарить тех людей, которые сотрудничали с нами вместе. Ученики, учителя средних школ Кунградского района номер 31, 56, 26, 54 и представители НН Эко Мактав с города Ташкента, представители Эко-движения, Государственного комитета по экологии, инспектора заказника Сайгачи, представители местных Махалля и Хакимята. Кроме этого, среди населения мы раздавали в типе как открытой в виде открытки раздачные материалы, листовки, где в цветных видно виды животных и растений. Их вы можете увидеть, вот поэтому я вам их сюда... Сейчас включим камеру, вы можете сами ознакомиться. Вот такие открытки, в виде открытки мы распечатываем виды растений с описаниями короткими, конечно, чтобы не было скучно этим прочитать вот это все. И вот такое про животных, особенно про сайгаков.
что здесь нельзя браконьерам убивать сайгаков, что на это есть закон, статья, такими тоже информациями мы раздаем такие раздачные материалы среди местного населения. В этом нам помогает, конечно же, учащиеся здешнего средней школы. Как я вам сказала, что мы приехали сюда сразу, не начали, как я повторяюсь, обсуждали все с местным хакимиатом, с городской экологией. Здесь вы можете ознакомиться, где мы с ними согласовали и утвердили схему наших лесных насаждений. Все. Спасибо всем за внимание. Спасибо вам, Тамара, за столь содержательный доклад. Итак, хочу предоставить слово Тураевой Сурии Тельмановне, доценту Университета мировой экономики и дипломатии. Я не буду долго говорить, потому что уже устали, участники конференции нашей устали. Я подготовила доклад и сдала его на лицензирование. Это синергетика экологических инноваций в образовании, в интересах устойчивого развития. Здесь я хотела бы сказать о том, что образование, экологическое образование, оно отличается от других видов обучения, от других видов образования. Оно носит больше не только теоретический, оно носит демонстрационный характер. И много того, что как бы вот здесь больше вообще экология сама по себе, она синтетическая наука и включает разные виды наук. Сюда входит и биология, и геология, география, химия, физика. И, конечно же, необходимо знание, вот хотя бы какое-то иметь общее представление об таком вот об экологических разных моментах. Это как раз-таки переход, вот называется синергетикой. В образовании синергетика – это междисциплинарный подход. Сюда можно вот как бы интегрировать экологическое воспитание, экологическое просвещение и экологическое образование. И воспитание человека идет еще со школы, со школьных лет. Сюда входят разные виды, я изучала международный опыт, и теоретически, и видела сама, когда выезжала в другие страны, как происходит вот воспитание, экологическое воспитание в других странах. В основном это идет не только... Здесь ребятишки, дети, да, в детских садах, они обучаются на открытом воздухе, на открытых помещениях, они проводят разные ролевые игры, и то есть есть вот такой вот как бы вот совершенно такой подход, когда дети, они уже их приучают любви к природе, и любовь к природе становится их как бы неотъемлемой частью. Когда уже когда ребенок идет в школу, то он уже как бы вот взрослее, он теряет эту связь и приобретает привычки общества потребления. Поэтому вот важно сформировать у ребенка понимание окружающего мира и необходимо заботиться о нем. Особенно эффективно это делается вот в школах. В школьном обучении к экологическому воспитанию добавляется и экологическое просвещение. Это уже знакомство с основными законами природы, это общие знания о биосфере, глобальных экологических проблемах, это понимание устойчивого развития общества. И в пакет методических материалов для педагогов входят сценарии занятий, там, мультфильмы,
подвижные настольно-ролевые игры, также памятки, плакаты, раскраски. И учитель проводит для учеников выездные мероприятия разного формата. Деловые игры, квесты, мастер-классы, экскурсии и так далее. И вот главная цель в экологическом обучении учащихся в школе – это достижение изменения в знаниях, ценностях, навыках и ежедневных привычках для формирования более устойчивого и ответственного общества. Важно помочь детям понять, как их действия могут повлиять на жизнь планеты и будущих поколений. Хочу сказать о том, что у нас, к сожалению, вот эта связь, взаимосвязь образования, просвещения, воспитания не очень хорошо развита в Узбекистане. И хотя мы говорим о непрерывном образовании, однако здесь не совсем, к сожалению, есть такая связь. К сожалению, такой связи нет. И я знаю о том, что я являюсь членом общественного совета при Госкомэкологии, и Шадиметов, который выступал до меня, он Юсуджон Акиа, он является председателем общественного совета при Госкомэкологии. И мы обсуждаем эти вопросы, и как оказалось, что в дошкольном образовании нет методических пособий вообще для того, чтобы воспитывать дети в духе любви к природе. Это очень большой минус. Я видела в других странах, как это делается, и нам бы, конечно, нужно было бы перенять вот этот международный опыт. Ну и что касается уже образования в университетах, то уже здесь целью современного экологического образования является приобретение таких знаний и навыков, которые бы обеспечили в дальнейшем предотвращение загрязнения окружающей среды. Здесь уже стоит более серьезная задача – это создание ресурса и природосберегающих технологий, это использование биотехнологий, это осуществление мер по благоустройству окружающей среды, это переработка и утилизация отходов, это развитие зеленой энергетики, это производство здоровых продуктов питания, чистой воды, экотоваров для строительства, строительство экопарков, развитие экотуризма, предпринимательства и бизнеса окружающей среды. Ну и здесь, конечно же, важно, здесь обучаются все, это участие, допустим, изучая международный опыт, опять-таки, экологическое образование в высшей школе, нужно обратить внимание на то, что здесь необходимо участие студента не только в теоретических занятиях, а также важно участие в практической деятельности. Это участие в экологических кружках университета, это работа в неправительственных экологических организациях, а также получение наград в различных экологических проектах или стартапах, выступления в масс-медиа и так далее. Именно вот такие пункты есть в других международных вузах, где учитывается участие студентов, учащихся в различных общественных мероприятиях. И хотелось бы показать вам участие наших студентов Университета мировой экономики и дипломатии в различных вот проектах, связанных с экологических проектах. Здесь я хочу сказать, что не только про университет наш, УМЭД, в национальной школе тоже есть отличная школа экология, есть прекрасные активисты, которые тоже перед карантином ездили в НУКУС, где делали посадку деревьев на большой территории. И также в ирригационном университете. Но я расскажу о нашем университете, о том, как проводятся у нас различные мероприятия. Помимо занятий по экологии, мы участвуем, то есть это не моя даже инициатива, это инициатива наших студентов, они приходят ко мне, они выигрывают малые гранты. И вот мы ездили на Аральское море в 2011 году, сажали саксаул. Следующий слайд.
Да, вот здесь тоже мы были как раз-таки на этом месте. И одно дело, когда вы просто читаете, но вы не ездили на Аральское море, это совершенно разный эффект. Вот когда вы поедете и посмотрите, к чему привело такое отношение к водным ресурсам, вы будете совершенно по-другому, у вас будет душа болеть за то, что высохло четвертое озеро в мире, да, четвертое море, когда оно считается по своему объему, по площади, как внутриконтинентальное. И, конечно, просто твоя душа болит и шок от увиденного. И здесь вот мы стоим на дне Аральского моря, и местные жители говорят о том, что здесь была глубина от 10 до 25 метров, то есть мы стоим на дне Аральского моря. И здесь мы проводили тренинги со школьниками школы номер 6, школа с немецким уклоном. Наши ребята, у меня они уже выпускники, вот сажаются к Саул, его несложно сажать. Здесь хочу сказать о том, что у нас в университете у нас есть договор, заключен договор с экологическим движением Узбекистана и с госкомэкологией. Тоже мы принимаем участие, и они принимают участие с нами вместе в различных экологических акциях. И наши ребята выигрывают конкурсы, которые объявляют экологическое движение ежегодно по глобальному изменению. Конкурс называется «Изменение климата», награждают наших ребят ценными подарками. И госкомэкологии также предоставляет, то есть объявляет конкурсы, в которых наши ребята выигрывают, занимают ведущие места. Это очень отрадно. И мы проводим совместно даже с выпускниками нашего университета. Они сами приходят и говорят, а давайте мы устроим эко-вик, экологическую неделю, и мы готовимся к ней тщательно. В этом нам помогает наше руководство, в этом помогает наш декан нашего факультета, помогает моя кафедра международная экономика. То есть мы здесь полностью как бы вот очень ответственно к этому относимся, и у нас разные выездные мероприятия, мы ездим в Институт Солнца, мы ездим в другие институты, где выпускаются солнечные панели на отечественных пластинах, показываем это ребятам, и я думаю, что именно вот такой подход, он именно дает возможность ребятам осознавать, что экология должна быть в тандеме с экономическим развитием, что не надо забывать об этом, и будущие технологии, созданные технологии, они должны быть экологически чистыми. Ну и сначала мы делали это спонтанно, а потом мы завели страничку в социальных сетях, вот в Фейсбуке. Мы тоже сейчас мы уже оповещаем свои мероприятия, показываем, что мы проводим. И опять-таки повторяюсь, это активизация, это активность наших студентов. Это они участники экологического клуба. Ребята уходят, приходят другие, но они сами ко мне подходят и проявляют инициативу. Здесь вот на фотографии это участие наших ребят в качестве волонтеров. В 2018 году впервые региональный экологический центр Центральной Азии проводил международный форум по экологии, где наши ребята отличились, и на следующий год лично директор этого центра пригласил снова участвовать именно наших студентов, студентов нашего вуза. И мы также, вот как есть в международном формате, есть также рейтинг, как для нас учителей рейтинг участия в разных мероприятиях, также есть рейтинг для студентов. А работаешь ли ты в неправительственной
негосударственные организации, то есть они набирают вот такие вот кредиты. И я ездила в Индонезию и вот по такой программе и видела, как ребята набирают кредиты, показывая разные стартапы, участвуя в разных проектах, что необходимо было бы внедрить и у нас. И ребята, вот есть у нас тоже студентка, которая является, работает сейчас в Юксалиш, они неправительственные организации, и мы принимаем большое участие в волонтерстве, в экологическом волонтерстве этой организации. Различные квесты, ребята ходят по садикам, по школам и совместно проводят различные мероприятия, там эко-марафоны организовываем. И вот, кстати, я забыла сказать, это вот наша как бы вот марка, мы ребята опять-таки сами придумали эту марку эко-клуба. И вот, то есть вот они участвуют также и наше руководство в эко-марафоне с удовольствием участвуют здесь и знаменитые актеры, артисты, певцы тоже принимают большое участие, с удовольствием принимают участие. И в 2019 году, в июле месяце, мы проводили мероприятие вместе с Корейским университетом, с ребятами из Кореи. Это волонтеры, экологические волонтеры. И мы провели очень хорошую конференцию, на котором обсуждалось с участием министерств, с участием экопартии о проблемах орала. И эти ребята потом поехали на Аральское море, тоже все это видели и провели очень красивое мероприятие. Мы до сих пор сотрудничаем с этими ребятами. Также не только конференция, это был хороший досуг, ребята познакомились, в общем, проводили разные там эстафеты и объединенные какие-то там фестиваль, такой мини-фестиваль провели. То есть было очень здорово и очень активно участвовали обе стороны. Ну вот как раз-таки я то, что я хотела сказать профессору Досону. Это было замечательное мероприятие. Также ребята участвуют в акциях, которые организовывала Госком экологии. Это уборка мусора в горах Узбекистана. В сторону Ингилабада мы ездили. И более того, хочу сказать, что во время карантина также ребята наши участвовали в конкурсе, организованном Госком экологии при поддержке опять регионального экологического центра. Был прекрасный видеоролик, и они получили призовые места. Даже во время карантина они принимали участие вот в таких вот экологических конкурсах. И после карантина, вот в сентябре, мы тоже участвовали в уборке территории, уборке мусора на территории города Ташкента. Вот, то есть вот даже несмотря на карантин, несмотря на вот то, что как бы перешли на онлайн обучение, однако мы участвовали вот в различных мероприятиях. То есть вот хочу сказать, вот как раз-таки это вот синергия образования, просвещения и воспитания как раз-таки, да, нужно его изменить в Узбекистане, нужно внедрить экологию, предмет экологию в школах. Я очень рада, что с этого года появился предмет естествознания, вот, ну, в который входят какие-то общие там вопросы о законах природы. И мне кажется, это нужно больше расширять для того, чтобы ну, цель такого экологического подхода, такого нового инновационного подхода экологического образования довольно прост по своей сути. Донести до сознания человека, что он часть природы, а не робот, что существует неразрывная связь всего живого на Земле с окружающей средой. Ну вот на этом я хочу закончить. Спасибо вам большое за внимание.
и хотела сказать как бы вот заключительное слово, поблагодарить всех участников этой конференции. В первую очередь я хотела бы поблагодарить организаторов данной конференции Research Support Center, который организовал такую красивую конференцию. Я думаю, что будет еще, наверное, мы какие-то проведем совместные мероприятия. И этот центр тоже инновационный по-своему, потому что, если вы заметили, наша конференция не просто международная научная, это международная научная рецензируемая онлайн-конференция. До этого как бы у нас вот впервые такая конференция, и статьи, которые были приняты, они будут индексированы. Это очень важно и тоже инновационно для Узбекистана. И хотелось, конечно, поблагодарить всех участников, поблагодарить всех, кто содействовал проведению этого мероприятия. И также хотелось поздравить с наступающим Новым годом. Хорошо вам справить Новый год, и чтобы в следующем году мы почаще встречались, и был эффект, чтобы была эффективность от проведения сегодняшнего мероприятия, чтобы мы снова собрались и обсудили результаты, какие результаты вот этой вот инновационной нашей конференции. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам, Сурия Тельмановна. Спасибо вам за доклад, также за работу с организацией данной конференции. Уважаемые ученые, гости и участники нашей конференции, это был последний доклад на сегодня. Проблема экологии одна из основных актуальных проблем на сегодня. И в работе с этим вызовом желаю вам всем удачи в дальнейшем. Спасибо вам за участие. Dear scientists, guests and participants of our conference, thank you for your participation. And good luck in your further works. Bye-bye.